За 4 года финансовой децентрализации объем городского бюджета увеличился почти в 2 раза, без учета межбюджетных трансфертов. Об этом сообщила директор муниципального департамента финансов Светлана Бедрега. В этом году, как и в прошлом, проект городского бюджета удалось написать заранее. У депутатов и общественности есть порядка 1,5 месяцев на обсуждение документа. Доходы городской казны 2018 года запланированы на уровне 8 миллиардов 340 миллионов гривен. Расходы составят 8 миллиардов 14 миллионов гривен. Основные источники наполнения остаются неизменны. Налог на доходы физлиц, единый налог и плата за землю. Медицинская субвенция сократится на 185 миллионов и составит 668 миллионов гривен. Это связано с реформой системы здравоохранения. Теперь первичная медико-санитарная помощь будет финансироваться напрямую из Киева. У нас существует 11 центров первичной медико-санитарной допомоги. И вот эти центры, в зависимости от того, как они заключат договора с пациентами, напрямую будут получать средства от Национальной службы здравоохранения Украины. Поэтому идет такое существенное уменьшение субвенций. Чтобы не зависеть от Киева и обеспечить бесперебойную работу коммунальных медучреждений, городской департамент финансов заложил в бюджет 2018 года соответствующую статью расходов.